Здравствуйте, уважаемые зрители! 2021 год стал настоящим звездопадом для мира искусства. Актеры, режиссеры, певцы и другие представители творческих специальностей массово уходят из жизни. Вирус беспощаден для людей преклонного возраста. Тем, кому удастся с ним справиться, проходят долгий курс реабилитации. Сегодня пришла печальная новость. Ушел из жизни талантливый и всенародно любимый артист. Искренний и обаятельный человек. Врожденная интеллигентность, профессионализм, особая энергетика и благородная манера игры позволили ему создать множество запоминающихся образов, которые стали эталоном актерского мастерства. Владимир Машков, Федор Добронравов, Михаил Ширвиндт, знавшие актера лично, выразили свои соболезнования семье актера. Если вы хотите почтить его память, поставьте лайк и напишите слова соболезнования в комментариях. Ему было бы приятно знать, что его любят и помнят. Умер актер театра «Мост» Юрий Огульник. Это произошло ночью. Он лежал в больнице с ковидом. На счету актера десятки сыгранных ролей в театре. Также актер снимался активно в кино и сериалах. Зрителям он запомнился по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Диверсант», «Большой завтрак», «Воронины», «Элизиум», «Ликвидация». На момент смерти актеру было всего 76 лет.